В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечали праздник Крещения Господня. В крещенских купаниях приняло участие более 5000 жителей округа. В этом году муниципалитет подготовил купели в Савино-Старожевском монастыре в Звенигороде, в Дунино, на территории храма Серафима Саровского в поселке Горки 10 и храма Рождества Иоанна Предтечи в Лесном городке. Еще две проруби оборудовали в Кубинке и одну в деревне Сколково. Везде были предусмотрены пункты обогрева, медпомощь и полевые кухни. Праздничные мероприятия прошли без происшествий.